Маша, а почему вы ссоритесь? Тима говорил, что Библейды самые лучшие, а ведь Лол самые лучшие. Нет, Библейды. А давайте не будем спорить, а спросим у наших подписчиков. Друзья, вот как вы думаете, что лучше, Лол или Библейд? Да, и вот нажмите проголосовать. И знаете, какая игрушка наберет больше голосов, ту мы и разыграем среди наших друзей. Да. А что мы будем сегодня распаковывать? Лол! А когда же будут Библейды? Знаете, что я предлагаю? Давайте сегодня распакуем Лол. Ну, так как Маша девочка, ей надо уступать. А в следующем видео устроим бой с новым Библейдом. Да. Отлично, договорились. Да. Ну что, начнем? Да, мне уже самому интересно. Ну давайте распаковывать. Да. Ну что ж, у нас шарик Лол из серии «Маленькие сестрички». Третий сезон, самый последний. Состоит маленький шарик из 5 слоев. Первый слой у нас подсказочка, второй стик, третий аксессуар, четвертый сумочка и пятый сама малышка-сестричка. Давай приступим скорее. Держи, да. Маша, где у нас здесь разрывать? Вот тут вот. Давай. Так, Тима, помоги, пожалуйста. Так, как там у Тима выходит? Ух ты, хорошо. Молодец, Тима, давай я помогу. У нас под первым слоем должно оказаться какое-то секретное послание. Вон, вот. Тима его уже нашел. Ага. Вот что значит мальчик с бейблейдами, он хорошо управляется, а куколку Лол не может распаковать. Давай поможем ему, Маша. Да. Ты не про... Вот, вот здесь, вот видишь как? Давай дальше, тяни. Вот наше секретное послание. Пока мисс, вы дальше распаковывайте, а мы посмотрим, что же здесь. И все-таки это камень, да? Камень и дверь выйти. Рокаут. А рокаут как качаться или что это? Ну посмотрим, что же это за такое секретное послание? Что за нам малышка какая-то интересная попадется? А что у нас здесь? Ой, какие милахи нарисованы! Посмотрите, подмигивает, улыбается. А он здесь такая радостная совсем. А под этим слоем розовый слой. Давайте скорее снимать второй. Я теперь распаковываю так. Это вот. Получается? А... Давай я буду держать, а ты... Так. Вот тут какие-то еще дальше. А ну, так, смотрим, здесь у нас что-то еще должно быть. Вот выпало, смотрите. Стикеры какие-то. Стик. Так, что же здесь написано? Щоб виявити сюрприз, викупай ляльку. Маша, представляешь, она меняет цвет. Да, круто. Круто? Угу. Так, пора ванночку приготавливать, да? Да. Да. Так, снимаем третий слой, и под третьим слоем у нас должен быть какой-то аксессуар. А где же он? Подожди.
А, вот, все в коробочке. Посмотрите, какое все розовенькое, мимишное. Вот наша здесь инструкция, да, здесь все-все-все куколки Лол. Сейчас мы будем искать, какая же нам попадется. Так, и открываем этот тоненький пакетик. Маша, доставай, что здесь? Ой, цепочечка такая розовенькая, такая милашечная. Так, давайте следующий, вот этот пакетик, давайте откроем. Да. Тима, открывай, что у нас в следующем пакете? Шлем. О, смотрите, какая смешная шапка, как у клоуна. Тима, ты сегодня жонглировал? Вот тебе шапка этого Олега Попова. Сейчас многие не помнят этого клоуна, а он очень был популярный. Прикольная, такая розовая, мимишная. Так, еще один пакетик у нас. Ой, что-то вылетело. Микрофон. Так она действительно артистка. Представляете? Она научит Тиму жонглировать. Класс. И распаковываем последний пакетик. Здесь должна быть сама маленькая сестричка. Так. И вот она. Вот такая хорошая Малюпуська. Маш, тебе нравится? Да. Смотри, какая хорошенькая. Сосочка такая милашка. Ну подожди, она должна менять цвет. Значит, мы сейчас принесем ей ванночку, пусть купается. Да. Держи саму куколку и ищи ее вот здесь вот на страничке. Так, вот она. Ты уже нашла? Да. Ну ты даешь, давай посмотрим. Где? Покажи мне. Вот. Вот она. Франки Бэби ее зовут. Представляете? Угу. Франки Бэби? Да, маленькая Франки. Несем ей ванночку сейчас, да? Да. Да. Чтобы Франки не было скучно, я позвала сюда Барби и собачку. Ага, они составят ей компанию, чтобы купаться. Ну что ж, давай садить нашу Франки ванночку, и мы посмотрим, как же эта малышка будет менять цвет. А, я уже вижу, посмотрите, Маша, класс. Ага. Ребята, вы видите? Прикольно. Смотрите, у нее волосики стали розовенькие. Сейчас вот ближе подонесу. Смотрите, они сразу же перестают быть розовыми. То есть, пока Мисси ее купаешь, вот, смотрите, какие они розовые-розовые становятся. Видите? Супер! Маш, ну как тебе? Прикольно. Классная Франки. Ага. С розовыми волосами. Угу. Так, ну что, чтобы малышке не было скучно, давай еще посадим сюда собачку. Да. Давай посадим собачку, она покупается вместе с Франки. Давай позовем Барби, пусть она ее мочалкой потрет. Так, Барби потерла мочалкой. И Франки, давай, вставай, хватит там плавать. Я понимаю, что ты подводным плаванием занимаешься. Так, помыла она Франки. Так, давай достанем ее, полотенечко возьмем, да? Так, вот у Барби есть полотенечко. Давай вытрем ее, вытирай ей моську, вытирай вот так вот, мордашечку, так, мордашечку вытерли. Где ее кепка моднявая? Вот. Давай моднявую кепку одевай, чтобы она не замерзла. Так, ну а собачка, осталось сидеть? Давай, собачка. Ах ты такая собачка, вся нас обрызгала. Тоже вылазь уже. Ставьте лайк. Кто хочет выиграть Биглайк, проголосуй вон там вот. Пока-пока. Пока-пока. Пока, друзья. А теперь розыгрыш спиннера.
Так, кому же повезет? Тимофей, нажимай. Как думаешь, мальчик, девочка? Девочка. Девочка, ну посмотрим. Киди ТВ. Ого, какой комментарий они написали. Смотрите, милые ребята, у вас повеселили. Конечно же, участвуем в конкурсе. Мы не можем пропустить розыгрыш. И ссылка, наверное, где они поделились. Да, Google Plus. Поздравляем вас, Киди ТВ. Свяжитесь с нами по email или в группе ВКонтакте. У нас есть там тоже группа. И ссылочки можно найти или в разделе о канале, или мы напишем вам в комментариях. Поздравляем еще раз. Тим, поздравляем? Да. Ура!